Я хочу от всей души поздравить коллектив нашей библиотеки Горького с таким замечательным юбилеем. 120 лет. Я никогда не думала, что этой библиотеке, у нее такая огромная история. Для нашего города это очень значимая цифра и очень значимое место, и дорогой для всех нас и нашему сердцу коллектив. Я от всей души хочу пожелать им читателей, я хочу пожелать им любителей книги, потому что я сама очень люблю книгу, я всю жизнь с ней работаю. И я считаю, что книга и городская библиотека – это источник культуры, источник любви к своему народу, это источник смысла в человеческой жизни. И поэтому я хочу пожелать нашему коллективу библиотеки Горького всяческих успехов, добра, здоровья и мира. Потому что та рана, которая была нанесена зданию этой библиотеки, это рана в наших сердцах. И я хочу пожелать, чтобы никогда больше ничего подобного ни с нашим городом, ни с этой библиотекой, ни с нашим коллективом, ни с нашим народом никогда не произошло. Всего доброго, добра и здоровья.